Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Лего Ниндзя. Ну что ж, давайте начнем. Выключим музыку и приступим. У нас тут три ниндзя, начнем с Кая. Я, в принципе, готов. 3, 2, 1, погнали. Ссылку на игру я оставлю под видео, под описанием, переходи, играй. Так, отлично, тут справились. Тут тоже легко. Вот тут будет сложно, надо перепрыгивать. Ах ты ж, чуть-чуть заденешь и все, и... Заново все начинается. Окей, хорошо, попробуем прыгать. Раз, два. А, мост! Я упал в самый низ. Подняться не могу. А что надо делать? Ух ты! Я не знаю, как этих змей пройти. Надо, наверное, спину их толкать. Вау, полегче. Есть какие-нибудь еще кнопки? Я вот на пробел жму. А, ну все. Отлично. А, он зацепляется и прыгает в другую сторону. Ага, я с этой стороны. Змея Лего. Прикольно смотрится. Вау, скользко. Отлично. Хорошо, что они в другую сторону повернуты. Легко справляемся с ними. Отлично. Еще разок. Тут я не знаю, что делать надо. Блин. А как здесь? Вау, я упал в самый низ. Один меч мы нашли. Мне надо еще два клинка надо найти. А это болото. Тут сложно. А, вот еще один клинок. Нам надо как-то его достать. Ах ты ж. Ладно, я думаю, нам сюда надо. Может быть, мы еще туда попадем? Ладно, идем дальше. Ух ты, тут какой-то корабль. А, я прошел, но я только один меч нашел. Печально, что один меч. Надо бы вернуться. Один меч отыскали. Чтобы следующее открытие уровней, нужны мечи. То есть, чтобы турнир попасть, нужно 3 меча. Чтобы Зейн 6 мечей. И чтобы храм призрачного холма, нужно 9 мечей собрать. Ладно. Так держать, юный ученик, твои навыки совершенствуются. Понятно. Собери 6 нефритовых клинков, чтобы спасти Зейна. Надо постараться. Очень хорошо. Ллойд. Хорошо, давайте пойдем на Ллойда. Погнали. Оп. Не получается. А два раза нельзя прыгать? К сожалению, нет. Вот как вот этот взять клинок? Он туда не залазит просто. Ну вот один, смотрите, вот один есть. Разбегаемся. Ах ты. Мне надо два прыжка сделать. А, понятно. Мне надо с самого верха сначала подняться. А потом оттуда уже в другую сторону идти. Хорошо. Хорошо, говорили. Подождите, а как здесь? Неужели мне надо в эту маленькую щель? Вау, нифига себе, как я могу прыгать. Ух ты, я не знал. Офигеть. Прям как Соник. Все выше и выше. Я дошел, но я не собрал мечи. Мы взяли только один меч. Поздравляем, ты получаешь один меч. А, твой ниндзя стал прыгать? Тренировка прыжков. Я стал лучше прыгать. Мы совершенствуемся. Хорошо, Джей. Посмотрим, что сейчас я. Как я прыгать могу. Ух ты, я только могу стрелять. Что ты еще умеешь? Ладно, ничего ты не умеешь. Вау! А туда нельзя было падать. Начинаем заново. Хорошо. Вау, тут все рушится. Мы только один меч взяли, клинок. А, мне надо было вниз нажать, чтобы прокатиться. Я бы смог допрыгнуть. Отлично, в принципе, мы и так допрыгнули. Мы всего лишь один клинок взяли, ребята, это очень плохо. То есть надо ниндзя, наверное, усовершенствоваться, а потом попробовать переиграть. Вау. А есть чекпоинт какой-нибудь? А, да, есть, отлично. Да что ты будешь делать?
Почему у меня только одна жизнь? Так, сначала прыгаем сюда, оттуда и сюда. Вот, отлично. Тут даже два варианта было. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Давай, приятель, беги. Тут можно задавить. А вот прям как сейчас. Так, хорошо. Бежим. Надо было просто всего лишь напросто остановиться на какое-то время. Давайте остановимся. Подождем. Отлично. Так, прошли. Блин, я бы хотел наверх. Я один раз ошибся, а там клинок был. Тот, который нам нужен. Черт подери. Ладно, у нас есть три клинка, мы сможем на другой прийти. Поздравляю, ты получаешь твой ниндзя. А, можно прокачивать, можно цвет выбирать. Сила заключена внутри тебя, ее нужно лишь пробудить. Ясно. Выбираем цвет ниндзя. Белый ниндзя, прикольно. Скорость, сила, прыжок. Вот прыжок мне понадобился бы. Выбери силу стихии. Так. Какую, я не знаю, давайте тебя возьмем, допустим. Так, назад. То есть нам теперь турнир открыт. Давайте посмотрим, что в турнире. Я сам не знаю, что там. О, тут тренироваться. Добро пожаловать на турнир стихий. Выиграй по жизни запас лапши. Я белый, да? Так, побежали. Ух ты, нифига себе, они быстро бегают. Все рушится, все рушится. Ах ты ж, я предпоследний, предпоследний. Давай, догоняй, догоняй. Я медленно. Блин, я последний, ребята. Ну а прикольно вообще поиграть можно. Отлично. Так, я его обогнал. Давай, нам надо это сделать, нам надо это сделать. Успей, отлично, успели. На каком я месте? Ну, я не самый, по крайней мере, последний. Интересный турнир, мне понравился. Игрушка там очень интересная. Ссылку на игру, кстати, я под видео оставлю, под описанием. Переходи, играй. Если хочешь больше серии про Лего, ставь палец вверх, и мы обязательно продолжим. Не знаю, мне игра очень сильно понравилась. Так. Нас догоняют. Тут надо вниз нажать. Вау. Нифига себе, как он это сделал? Надо вверх ползти. А, по низу иду. А, я не в ту сторону побежал. Блин. В смысле, мы что, лоханулись? Мы на последнем месте, боже мой. А, нет, на предпоследнем. Что это радует. Тихо. Тихо, приятель, я не хочу заново начинать. Нет, я тут первый, я первый приеду. Давай, пики. По низу. А, еще не все? А сколько кругов? Ладно. Давай. Ты сделаешь это. Ну прыгай в другую сторону. Что ж ты? Так, круто мы. Сердце. Почему я не мог взять сердце? Опять я лоханулся. Вау, нифига себе. Ах ты ж, блин. Да как я два раза проиграл-то? Три раза умудрился. Так как тут пройти вообще? Тут что-то все застряли. Финиш так близко. Да он достал меня реально. А, это повторяется. Тот момент повторяется. Блин, я не в ту сторону бегу. А можно опять повторить? 54, вот 54 где-то секунды. Все, побежали.
А что тут надо делать? Прыгать или нагинаться? Блин, я на таком моменте застрял, где меня постоянно убивают. Так, все, я понял. Бежим, прыгаем. А, тут надо было нагнуться. Вон оно как. Все, я понял. Теперь точно победю. Так, тут бежим, тут пригинаемся, тут прыгаем. Вау. Ах ты ж. И откуда я опять начинаю? Давай, давай, давай. Финиш уже рядом. Но мы не последний, но это сложно, ребят, это нелегко. Нужно навык бега, что ли, прокачать. Пишем за желтым, в общем. Да, блин. Хотел сократить. Получилось дольше. Ух ты ж, нифига себе. О, мы его догнали, мы его догнали, отлично. Ну что ж ты, что ж ты встал-то сюда? Идиот, кусок. Вау, нифига себе. Все, финиш. И какой я пришел? Четвертый. Вы среди лучших 99 ниндзя. Спасибо. И что тут выиграл? Ну, это просто турнир. На самом деле, нам надо... Смотрите, Клоу... Коул. Я его не заметил. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, надо пройти. Отлично. Как это взять? Ах ты ж, блин, я уже на другом месте. А, вон как. Мы взяли меч вообще? Засчитали нам? Меч-то нам засчитали. А как вот это взять? Я не понимаю. Надо где-то сверху появиться было. Сколько у меня жизни вообще? Отлично. Так, ну тут легко. Это что такое? Дополнительную жизнь же можно взять. Почему я не могу взять ее? Вниз. А сверху никаких мечей больше нету. Нефритовых. А, вот он. Надо быстро залезть, ну-ка. То есть я отсюда должен зацепиться, я так понимаю. В общем-то, у меня не получается. Или упасть туда. Может, отсюда? Так, что ты будешь делать? Это я не знаю, как тут делать вообще. Ладно, проходим. Я вам сразу скажу, это нелегко. Все, мы получили дополнительную жизнь. Теперь, я думаю, можем попробовать переиграть. Кая самый легкий. В смысле? Мне дали дополнительную жизнь. Ну что вы. О, легко, смотрите, с одного удара просто. С одного с двух ударов. Отлично. Вот второй меч. Замечательно. Вот это самая сложная змея. Ну, где... А, вот. А как взять, я не знаю. Я не понимаю, как взять этот меч. Надо было там через верх идти, но мы сейчас уже не сможем. Окей, ладно, по крайней мере, еще одна есть у нас. Мой ниндзя. А, сила больше у него стала. Окей, 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 хорошо. Так, Ллойд. Давайте в Ллойда зайдем. Тут мы тоже должны собрать нефритовый меч. Не получается, смотрите, я пытаюсь. А, вот. Слушай, а сейчас получше. У меня прыжок стал лучше.
Теперь я могу запрыгнуть. Но пока только на один. То есть надо на 3 раза проходить игру, я так понимаю. Окей. Почему он не нагинался? Я же нажимал. Ладно, идем вверх. Тут надо вверх, вверх, вверх. Отлично. Прикольно придумали разработчики. Классная игра про Лего. Я получаю что? Скорость, да? А, нет, прыжок. Прыжок у меня стал еще круче. Хорошо. Треню свои умения прыгать и бегать, и будет все хорошо. Зейн открылся. Давайте Джей еще раз. А, ну ладно, я уже Зейна должен пройти обязательно. Давайте Зейна посмотрим. 3, 2, 1, погнали. В смысле, у меня же 2 прыжка. Нет, у меня 1 прыжок. Я один раз могу зацепляться почему-то. Он еще не прокачан, нам надо тренироваться много. Ух ты ж, блин. А, не получилось взять. Печально, конечно. Ах ты ж. Ну, уже что-то начинает получаться. Я думаю, мы этот меч с вами возьмем. Так, его легко взять. Надо просто бежать. Вот так, отлично. Один меч есть. А как этот взять? Я тут должен несколько... А я только могу один раз прыгать. Так. Пока он так не может. Так ловко прыгать. Ладно, нам надо прокачиваться, и все будет хорошо. Фух, я чуть не погиб. Она через дерьмо опять возрождается. Да, чтоб тебе, ладно. Так, прошли. Ух ты ж. Вау. А, все, победа. Там была полная дистанция. А, теперь я лазить могу лучше. Давайте посмотрим. Цепляться теперь я могу. Прикольно. И так постепенно мы прокачиваемся и проходим все уровни. И теперь, допустим, Джейна я уже лучше пройду. Давайте посмотрим. Беги, 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 приятель. Так, один есть меч. Точнее, второй. Я так понимаю, я 2 раза могу зацепляться, но почему он не зацепляется у меня? Раз. Я просто хотел проверить. Почему он мне только 1 раз зацепляется? Да блин, да тогда стал уже помирать. Так, так. Я ж прокачал умение лазания. Ух ты! Что-то голова закружилась. Так, побежали. В любом случае, что надо переждать немножко. Бежим. Давай-то. Ух ты, не добежали. Нужна скорость получше. То есть сейчас мы прокачаем скорость и сможем уже добежать. Видите, мы скорость прокачали, теперь я могу еще раз пройти, и мы с вами теперь сможем взять третий меч. Давайте попробуем. Я с прокачанной скоростью, я думаю, смогу. Хотя нет, нифига. Мы же прокачали скорость, ну же. Что он такой? Прыжок уже прокачали, какой большой прыжок. Так. Может как-то может ускоряться он?
давай, давай. О, смотрите, взяли. Не обманули, он реально прокачанный. Все, у нас теперь на максимум, он очень быстро бегает. Прыжок, правда, не до конца прокачанный. Теперь у нас открыт последний турнир, Храм Призрачного Холма. Давайте посмотрим. Попробуем победить, не знаю, победим мы его или нет. Используй джитву воздуха, чтобы выжить до рассвета. В смысле? Я должен час продержаться? Или сколько это? Минуту? Или за 40 секунд я должен успеть добраться? Ух ты! Офигеть! А, у меня много сердец. Ясно. Да что ты делаешь-то? 20 секунд осталось. Тихо. 13 секунд. О, тут наоборот вверх. У меня еще есть сердце. Ползи. В смысле? А, я не успел по времени. Хорошо, последний раз попробуем переиграть. Надо очень быстро действовать. Я понял. Нам дается минута. Давай. Отлично. Так. Ползи, приятель, ползи. Ползи и беги. Полминутки осталось. Наверное, половину прошли уже. Тут наоборот вверх. Давай. Немножко осталось. Ну, давай, падай же. 8 секунд. Все, куда-то улетел. Поздравляю, тебе удалось уйти. Кажется, железо точит железо. Так, как сенсей. Пусть я прошел. А, я все это прошел. Можно, конечно, дальше прокачивать героев. Но я думаю, на этом закончим. С вами был Дариди. Всем до скорого. Пока-пока, ребята, еще увидимся.